что случилось? Папа, в этом сильном коридоре крыса! Да я знаю, я здесь с Ритой был, мы убежали, вроде все в порядке. Стой, а почему дверь закрыли? Эй, дверь закрыли! И у меня почему-то появился какой-то белый ключ. Это очень непонятно. Папа, мне в этом сыре страшно! Ты представляешь, какие мы маленькие, какой-то огромный сыр! Папа, давай сбежим из сыра, тут страшно! Да без проблем, мы с Ритой сбежали, и давай с тобой тоже сбежим. Пойдем за мной, нет как правой руки, главное меня держись, и все будет окей. Так вот, берем для начала... Не берем. Это какой-то тухлый зеленый сыр. Вот. А, там было все безопасно, вот здесь все опасно, ты боишься, бегаешь. Пойдем. Пойдем за мной. Помоги, крыса, съесть меня! Ой, не съесть! Так, так, ладно, три секунды. 1, 2, 3. Успел? Помог. Так, пойдем. Здесь черная дверь. И там яма. Там яма, что ли, какая-то? Трясется! Все, бежим! Бежим, просто бежим. Не боимся, просто бежим. Вот дырка. Все, видишь, все в порядке. Уходим дальше, метод правой руки. Да, бежим спокойно. Все безопасно. Нам вот сюда вот, вот в эту дырку. Пошли. Все. Сыр первый. 1 из 9. Нам надо собрать 9 сыров, и откроется вот эта дверь. Ну все, так, идем сюда. Ты идешь? Да. Идем дальше. Так, трясется мир. Значит, где-то сейчас появится крыса. Да, здесь нам не надо. Мы идем сюда и прячемся вот в эту щель. И крыса с вами. Да, свидули, крыса. А давай меня подразним. Зачем? Это весело. Ага. Отлично. Весело дразнить крысу. Эй, что ты ко мне задом повернулась? Передом. Она уже почти пролезла. Да. Ладно, пока она здесь, прошли какие-то другие места. Пошли. Так. Она, наверное, сейчас вот оттуда вылезет. Поэтому мы пойдем куда-нибудь вот сюда. По-моему, мы здесь были. Ну ладно, сейчас найдем. Нам главное сыров найти побольше. Вот, я нашел сырок. Скорее сюда. Хватаем сыр. Отлично. Все, взяла. Так, здесь опять щель. Щель. Ой. Вот сюда давай пойдем сюда теперь. Ты куда? Дочь. Трясется. Все, перестала. Давай за мной дуй. Пойдем искать сыры. Пойдем. Так, сейчас будем ждать, откуда идет. Ага, сюда! Бежим! За мной, дочь! Дочь, за мной! Бежим! Отлично, мы удрали. Все, пойдем дальше. Мы сейчас найдем. Так, здесь нет, сюда нам не надо. Ты где? Я тут боюсь. Пойдем. Дочь, пойдем скорей. Если ты потеряешься, на тебя съест. Беги за мной, нам надо найти сыры. Просто бежим, найдем щель, спрячемся. Видишь, все в порядке. Я не знала, куда бегу. Я думала, я тебя потеряла, все, я стою. Пошли за мной, просто бежи за мной. И все будет в порядке, не будет ничего уже. Все будет плохо. Отлично, ты куда? Вернись. Погнали, надо найти все-таки сыры. Пошли вот сюда. Потом пойдем. Так, все, Ариша, я, короче, веду крысу за собой, ты беги, ищи сырки какие-нибудь, а я буду бегать вместе с крысой. Все, крыса, давай за мной бегай. 1, 2, 3, 4. Надеюсь, мы не столкнемся. 2, 3, 4. Она толстая и жирная, эта крыса. Нашла сырок. Отлично. Ключ зеленый его брать? Бери, конечно. И лестница, да, поднимайся по ней. Так, а я, в общем, тоже бегаю, ищу сырочки. Все очень замечательно. Ой, тут что-то черное, мне тут тоже страшно. Я пока что в сыре попал. Хорошо, я... Уходим! Ушла? Давай. Отлично, пускай он уже ушла. Все, мы с тобой вместе. Сейчас. Быстренько наберу. Я уже забралась. Сырок, ключик, поднимаюсь. Давай ты первый. Давай, здесь не страшно, здесь крысы уже не бегают. Здесь, по-моему, будет сейчас дырка, да? Ой. Нам ее пока не надо. Здесь тоже какая-то новая тайная дверь будет, пока закрыта. То есть будет обновление в этой игре. Отлично, теперь иди сюда. Все, идем. Иду. Страшно. Здесь сыр и синяя дверь. Мы пока ее открыть не можем. Отлично. Идем. Дверь откройся, сезам. Пойдем. Провалимся в дырку. Возможно, сейчас мимо крысы пробежим. Она где-нибудь там, а мы тут. Жалко, тут перепрыгнуть нельзя. Я попробую сейчас по стене. Багнуться. Нет, не багнулась. Прыгай! Крыса идет! Не прыгай! Она за мной! Все! Ищи! Тебя убила? Ага, понятно. Может, тебя тоже мы вместе? Ну ладно. И вот зеленая дверь, заходим. Все. Делаешь что-то? Да, портал, заходим.
Отличненько, мы где-то вот тут. Мы, да, в игре, здесь надо ввести код. Я помню, что здесь надо наоборот. 3, 8, 4, 2, 3. У меня открылось, спасибо. И у меня открылось, пойдем. Мы так не заходим. Это загадочная комната. Иди по фонарикам. Идем, Ариш, здесь темные лампочки. Ну, вообще, на самом деле, здесь не страшно, мы с Витой были, все окей. Берем красный ключ и берем сырок. Я иду по лампочкам, я уже потерялась. Ой, надо было сначала взять ключ. Сыр телепортирует, ё-моё. Если что, у меня будет. А толку-то? У тебя свой ключ, у меня свой. Крыса еще к тому же идет. Что такое? Ладно, ты жди там пока, жди там, я скоро вернусь. Я знаю, как туда попасть. Хорошо. И теперь внимание вот в эту дверь. Заходим. И вот здесь нужно преодолеть паркур. Так что постарайся. Такой легкий. Ты уверена? Да. Я вот упал. Сейчас. А у меня залагало вот. Тоже упала? Ага. Снова упала. Так, здесь я прошел. Тьфу ты. Тьфу ты. Тьфу ты. Чё ты смеешься? Тьфу ты! Тьфу ты! Ладно, очень смешно, конечно же. О, девочка тоже грохнулась. О! Не залазит отсюда. Всё, я забрался. Забрать сыр, забрал. Давай, иди сюда. Лази, теперь нам в эту дверь. Отлично, пойдем. Фух, теперь нам нужно найти досочку, для этого нам нужно пойти в красную дверь. А может я тебя тут кто-то жду? Нет, нам надо вместе идти в красную дверь. И снова проходить будет? Да, и снова надо будет проходить. Только красная дверь, я не помню где. Приходим в зону. Где зона? Убегай. Я в другую зону прошла. Ты зашла в зону? Да. Все, жди там, я сейчас к тебе приду. Где протухшие зеленые? Я к тебе сейчас приду, я знаю этот проход. Привет. Привет, а я тут сервис. Так, желтого ключа у нас нету, да, еще? Нету. Понятно. Пойдем, ты готова? Да. Пошли метод правой руки, погнали. Понятно. Ничего страшного. Вот, красная дверь. А, страшно. Заходим. И доска. Здесь доска. Доска. Берем доску. Ой. Отлично, теперь нужно весь путь проделать заново. Красный ключ, выходим. Вот. Бежим. Может, вот тут? Нет, идем за мной. Заходим в безопасную зону. Через безопасную зону доходим до следующей двери. Идем теперь сюда. Нет, от левой руки. Нет, обратно, вернись, обратно. Не выходи. Все, схватили ключ синий и идем. Куда? За девочкой, она знает, куда идти. Ты главное беги за мной, я за девочкой. Она нас отведет. Ай, обратно. Бегу! Беги, скорее. Вот сюда, в зону. Есть. Стоим, ждем. Фух, еле выжили. Еле собрали все эти ключи дурацкие. Фух, пойдем. И нажимаем кнопочку, пошлите! Все, бегом! Опа! И за мной, всей толпой, бежим! Ой, там крыса, нет! Так, она за нами, она за девочкой. А я бегу куда-то! Так, я тоже куда-то бегу. Тут целая толпа бежит. Надеюсь, я не попадусь в тупик! Какой тупик? Ты куда убежала? Тебя же время там идет! Все, ты здесь, фух. Пока закрыта дверь, ждем. Крыса может появиться только оттуда. Хорошо. А в той стороне спасение, все. Ждем. Ждем, да, когда кто-нибудь откроет дверь. Открыли! Ура! Скорее, забираем сыр и уходим. Сейчас закроется и все, тут конец. 9 из 10, пойдем. Нет, не сюда, туда, за мной, спасение. Ух, спаслись.
Теперь надо найти дверь большую. Бежу. Очень страшно. Я не знаю. Нет! Нет, 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 нет! Я не хочу умирать! Я хочу жить! Крыса, не ешь меня! Я не сыр! Я соленая, я горькая! Вот он, вот он! Нет, мы здесь уже были. Так, ладно. Пошли, туда. Ты не боишься идти первой? Нет, я боюсь, а ты? Давай, безопасную зону, фух. О, желтый ключ. А где желтый ключ? Нет. Нету пока желтого ключа, ладно. Вот, вот она эта дверь, здесь открыта! Еее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 ee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 
This is the end. You completed the game. Now you can escape. И смотри, где мы оказались! Это новое неизвестное место! Ой-ой-ой-ой-ой, что делать? Пойдем. Если увидим крысу, просто бежи в другую сторону, вот и все. Во, я от первого лица так светлей. Ой, она стоит! Здрасте. Арина, иди в другую сторону, что ты видишь? Я бегу в другую сторону, я вижу темноту. Беги пока. Бегу. Тут тупик, стена невидимая. Ясно. Ну что ж, друзья, мы ждем продолжения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.